Так, все-таки удалось, наверное, им остановить гибель реактора и стабилизировать. Ну, сейчас посмотрим, что у нас получится. И получится ли. Диагностировать. Система MPT. Запасы MPT близки к перегрузке. Цель для MPT не найдена. Откорректируйте положение. Взять дополнительный гелем 3 из хранилища. Открыть хранилище. Но все равно сюда нужны будут люди, если даже запустить MPT. Хранилище гелия. Скользкий пол. Спасибо, Кэп. Ой-ё, сколько воды-то. Ребята, откуда на Луне такое количество воды? Смотреть. Этап 1. Эвакуация. Группы Восток и Запад охватывают, соответственно, восточную и западную части комплекса Тамбуш. Этап 1 состоит из 6 шагов. Первое. В работе реактора произошел сбой. Оповести находящихся в вашей зоне сотрудников. Сопротивление подавлять физической силой только при абсолютной необходимости. Второе. Группа Запад собирает сотрудников в хранилище Гелия-3 для погрузки всех имеющихся баков на выделенный для этой цели монорельс. По готовности ожидает группу «Восток». Третье. Группа «Восток» ведет сотрудников в жилые помещения и обеспечивает их очистку. Личные вещи свести к минимуму. Брать с собой в ковчеге разрешаются только необходимые припасы. По готовности переход к группе «Запад». Четвертое. Погрузка сотрудников на монорельсы. Группа «Восток» сопровождает их в лунный узел «Комперсус». Группа «Запад» разделяется на эвакуационные команды 1 и 2. Команды 1 и 2 сопровождают «Гелиум-3» в лунный узел «Комперсус» и вывозят персонал аванпоста на станции «Рейдхолд». Шестое. Примерно через 3 часа по прибытии сотрудников в Томбудж в лунный узел Комперсус по приказу МакАртура начинается этап 2. На этап 2 они просто вырубили, вернее перегружают реактор и все. Еще одно сообщение. Слушаем. It's coolant. Water used for cooling the reactor. Some of the pipes must have burst. You think MacArthur left any helium? He wouldn't be so careless. But we should check, just to be sure. Go ahead, I'll join you in just a moment. Wait, where are you going? I'll assess the damage further on, see if the cooling is still operational. I'll be right back. То есть на земле уже даже и воды мало. Ну вот уж точно довыёживались, а, ребята. О, здравствуй, снова замечательный геймплей. Ползание по всяким трубам. О, вот. Да пусти ты меня, чудо-труба.
осмотреть, читать. Батарея MPT, батарея и тарелка, Исаак и Йоханссон. Батарея, временное хранилище энергии, главная тарелка, реакторный комплекс, там уж. Угу. На обороте внимания, емкость батареи ограничена. Когда она заполнена, реактор активировать нельзя. Это приводит к мощному выбросу энергии. Однако... Угу, так мы... Да, мы оттуда пришли. А тут что у нас? Тут у нас ничего. А, вот трубы лопнули. Охлаждение немножечко... О! Ники, что-то происходит. Учитывая то, сколько лунной породы мы перерабатываем, добыча гелия-3 должна быть намного выше, чем показано в наших отчетах. Как будто часть гелия уходит налево без учета. Но это против всех известных мне правил. Как может лунный совет разрешить нечто подобное? Привет, Джулия. Ну да, цифры не сходятся, но давай не будем делать поспешных выводов. Доктор Йоханссон ни за что бы не стал рисковать сигналом MPT. Он для этого слишком предан Земле. К тому же у него там родные, как и у большинства из нас. Наверняка это какая-то ошибка. Да нет, барышня, это не ошибка. Просто кто-то оказался крысюком. Так, мы отсюда зашли, сюда выходим. Давай, шевели ластами. Водолаз. Хранилище гелия-3. Так, трусишки мы свои простернули. Воу-воу-воу. Все-таки есть чуть-чуть. Хранилище изолировано. Открыть двери. Все емкости с гелием-3 проверены для перевозки. Емкость C5 отмечена для ремонта. Так, а куда мне? Угу, конечно. Так, а куда действительно? А, вот, это я лошара. Тут емкости нету. Это С5. На протяжении нескольких лет Лунный Совет тайно вывозил из Томбуш небольшие количества... Да, охрененно большие количества гелия. 3. И в итоге накопил для проекта Outward. Достаточный запас топлива. После эвакуации Томбуш и переориентировки MPT в лунном узле Компежус, вызванный блэкаут гелия-3 в реакторе осталось очень немного. Израсходовав его, реактор потерпел бы непоправимый ущерб, если бы не Сара и Исаак. Да. Однако... Ну а где ж нам гелий-3-то брать? Опача! Здравствуйте, приехали.
И чё? Так. Я понял, это совершенно для другого. Это чтоб мы прошли. Это же не тут. А скорее тут. Ну убери, лосяра, блин. Я чё-то это... А, хрен там. Хрен там плавал. А, блин, вот, точно, ёптель. Должно вот это заработать. Нет. А почему? Ну да, мы ж по этой лестнице забраться не можем. Куда нам? Мы ж по этой лестнице забраться в принципе не можем. Так, должно сработать следующее. То есть должно быть достаточно места, чтобы отсюда. Ага. Сейчас попробуем. Тут норм. И тут норм. Да будет свет. Сказал монтёр и перерезал провода. Системы заблокированы. Выполните перезагрузку. Перезагрузка.
системы в нештатном режиме. В каком они должны быть режиме? Так. Не, ну тут, конечно, класс. А как дальше? Сейчас. Ладно, допустим. Все пучком. Так, тут фигня какая-то. Мы отсюда, собственно, и пришли. Ух, какой. Какая байдень. Дальше что? Тут нифига. Пусти меня, чудо. Фигня. Космическая станция Персон. Спасибо за художественную покраску моего скафандра. Мне очень понравилось. А вот и то, что я за это обещала. Нашла хотя бы. Было непросто. Художественная покраска. Куча дронов. Просто реальная куча. Нам туда. Ты чё, тупорылый? Нам поезд надо сбить. Isaac? Hey, they took it all. Storage is empty and... What's going on? Stay there. I just need to, Is that helium? No, it's... Sarah, it's for Kathy, okay? She's waiting. She's on the Ark. And I just need to get this to her. Isaac, what are you talking about? Three. We made three Arcs for Outward. Yeah, they're gone. No. In the end, there was only enough fuel for two arcs. So MacArthur moved the sick, the cryo patients, to the last one. And Kathy's... She's still on the Ark. Stuck here on the moon. Wait. But with this,
Isaac, I'm sorry, but Earth is our first priority. Earth's beyond saving, Sarah. With or without the MPT, our only hope, Kathy's only hope is ours. Listen to me. We cannot give up on Earth. It's our home. Kathy's home. And think about Claire. She's made her decision, and I can't go back to Earth. But with Kathy and Outward, there's a chance to start over, a new dawn. We do what we must to keep them safe, even if they don't understand. But we can be wrong, Isaac. You said it yourself. MacArthur's wrong. Sarah! Outward is wrong. Sarah! Everything about this is... What's... You must understand. I have to go. Alex? Alex! Exit that terminal! Send it off! Isaac! No! Ну шо, мудак? Сара! Сара, не делай этого! Я не могу тебя взять! Нет! Stay with me. Stay with me. Не умирайте. Зафигачил, короче, отверткой в брюшину и такой: не умирайте. Ну, на самом деле, ну правда, че вы? В самом-то деле. Красавец. Listen to my voice. Don't close your eyes. Hey, buddy. Sarah. Hey, Sarah, no. Almost there. No. Sarah. Sarah? It's okay. It's okay. I'm so sorry. I'm so sorry. Alex. No one needs to see this. А вот мы увидели Мудуфел. Сара застает Исака за погрузкой баков с гелием-3 на монорельс. Он возбужденно утверждает, что Земля обречена, а гелием-3 лучше использовать для Кетти, находящейся на борту ковчега, оставленного Маккартом на Луне. В горячке спора Исаак наносит Саре удар. Несмотря на полученное ранение, Саре удается отвлечь его и спасти гелиум-3, после чего она теряет сознание. Запись сделана 5 октября 2054 года, спустя 12 дней и 13 часов после блокаута. Да. Однако... Как нам это достать? Эвакуация. Ладно, черт с ним. Они улетели. Даже не обещали вернуться. Вот и как. Какая ты хитрая херня. Ой, сканировать. База данных.
Терминал доступа к монорельсу. Этот терминал предназначен для отслеживания работы монорельса. В его журнале отмечена отправка вагона на предельной скорости, что привело к значительным разрушениям. Спустя несколько недель терминалом также была зарегистрирована необычная активность. Так, и что, и как? Не, ну класс, конечно. Что делать? А, ну тут вот какая-то... Понял. Вон я вижу одну штуку. Угу. Сюда. Свет включи. Вот. Отлично. Несем. Причувствую, что уже конец. Но, конечно, длительность игры растягивается просто долбанистическим методом. Очень сильно растягивается. Так, и что дальше? А, я понял. Открыта другая фигня. А! Идите в баню. Иди-ка сюда, мой друг. Ты электричество не особо боишься? Так, и... Но я ж не могу толкать. Я маленький, у меня крылышки. Блин. Вот же фигня. То есть не обязательно что-то... Не обязательно что-то мега тяжелое, да, чтобы достаточно, чтобы было не сильно тяжелое.
Жестяк. Манипуляции, конечно, просто дичь. Мое почтение. О, тут все замерзшее. Под конец, конечно, очень эмоциональная игра. Я бы сказал, даже чрезвычайно эмоционально. Эмоции прям зашкаливают. Вроде бы сделано простенько, но блин. Какие переплетения сюжетов? Просто жесть. Ну... Еще какое-то столетие люди смогут побороться. Угу. Тихо. Хорошая штука, Гелиум-3. И попрыгать с него можно. И еще кучу всего сделать. Так, ну и... Поехали, сказал поезд, монорельс, и полетел вниз. Вот и Гелий подъехал собственной персоной. Да, печальная, конечно, ближе к концу все настолько печально, все настолько... эмоционально. Такая дилемма, да? Проходит дилемма. То ли спасать чуваку свою дочь, то ли дать землянам хоть какой-то шанс выжить.
Так, подозреваю, надо прикрываться этим щитом. Да. Ох-ох-ох. Да беги быстрее. Как всегда, он замедляется просто. Даже не бежит, он ползет. Отлично. Чё, куда? Каждый день мы обеспечиваем безопасность для наших близких MPT, сохраняют жизни нашим семьям. Вы шуткуете? Ух ты, мать твою. Быстрей! Заправляйся. Но тут уже чисто Dead Space попёр. Чисто такой первосортный Dead Space. Твою мать, пошёл нафиг. Как я должен это успеть сделать? А, отбежать! Вот оно что, Михалыч. Тут оказывается все элементарно просто. Это только я туплю. Круто. Прям Марио. Тихо. Давай поднимаемся. Thank you.
И чё, куда? А, вот. А-а-а! Мать моя женщина. Да чтоб тебя черти-то драли. Где эта грёбаная станция кислорода? Я понял, тут вообще такая схема просто лютая. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Ждем. А, отлично, мы справились. Мы красавчики. Перегружена целостность системы 60%. Давай, запускай. Да, еще и камеру, короче, крутят. А куда тебя колбасит, чувак? Тихо. Блин, его просто колбасит. Куда? Так куда тебя... О, ура! Просто дичь. Но интересная. Вот и все, ребятки. Восстановили мы энергосвязь с Землей. Какое-то время она еще типа там протянет.
Умирающая планета, умирающая цивилизация. К этому, скорее всего, мы и стремимся. Походу мы клеим ласты. Состояние стабильное. Да, он ее в криостазис поместил. Концовка одновременно и печальная, и немножко обнадеживающая. Но больше печальная, конечно. Ну, вот такая вот игра. Вроде бы простенькая, но на самом деле очень интересная и атмосферная. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. Не забывайте подписываться на канал. Пока-пока.
this Tier 3 to ground control. We found them.